сообщение за 23 года. Давай, с самого начала. Привет, пап. У нас все хорошо. Занимаюсь твоей фермой. Пока тебя не было, познакомился с девушкой. Я думаю, она та самая. Зовут Лиу Джанг. Она, кстати, сказала продать к чертям твои Т-40 и МТЗ-80 и взять вместо них нормальные тракторы. Вот они, китайские, с кондиционером. Пап, привет. Мы продолжаем обрабатывать твое поле. Первый сезон прошел очень хорошо. 10 тысяч гектар обработали, засеяли. До сих пор не понимаю, почему тебе так не нравились китайцы. Думаем в лизинг еще один купить. Прости, что пропал, но после того, как движки застучали, мне было не до связи. Запчастей ждем уже 3 месяца. Вот пропустили посевную. Но Луи Джанг говорит, что у нас в Сибири отличный вариант, в принципе, попробовать выращивать бананы. Я думаю, мы попробуем. Привет, пап. Ты сукин сын. Почему ты не предупредил его? Просрали вообще все. Да какие нахрен бананы? Почему ты не мог ему сказать, что